Министерство по чрезвычайным ситуациям и Белорусский республиканский союз молодежи реализуют традиционную совместную акцию «Летний патруль». Акция стартовала в июне, а закончится в августе и направлена на предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаганду знаний в области безопасности, участие молодежи в профилактической работе. В Полском районе сотрудники ГРУЧС и БРСМ отправились в рейд, чтобы проверить, как обстоят дела в лесопарковой зоне и на пляжах. Первым пунктом рейда стала зона отдыха «Суя», где расположены спортивные и оздоровительные лагеря. Ребятам и взрослым отдыхающим были вручены листовки и памятки, а также устное напутствие. И обязательно, ребята, когда очень жарко, головные уборы, потому что что может произойти? Солнечный удар. Как оказалось, юные воспитанники детской спортивной школы Полского района оказались очень даже подкованы в вопросах безопасности. Нельзя далеко заплывать, там прыгать с дам всяких. Ну, прыгать можно там, где специально отведенные места. Да, мы разъясняем, конечно, во-первых, баловство по мере по-детски. Я, конечно, тут, если обратили внимание, что я наблюдаю. Если сам не купаюсь, то я стою и смотрю, чтобы они там грязью не бросались. Бывает, что начинают баловаться где-то при стрельне. Ну а так, кто не умеет плавать, так вот стараемся учить и плавать. В акции приняли участие молодежные отряды охраны правопорядка по взаимодействию с МЧС. Ребята активно включаются в работу, патрулируют города и места отдыха, как в лесу, так и в водоемах. Пропагандируют безопасную жизнедеятельность и здоровый образ жизни. Ребят мы привлекаем именно на профилактические мероприятия, направленные безопасность жизнедеятельности и другие акции. Организаторы проекта уверены, что летний патруль будет способствовать повышению уровня культуры безопасности среди всех возрастных групп населения и в первую очередь детей и молодежи. Проект направлен на сокращение пожаров на территории республики, уменьшение несчастных случаев на воде и при эксплуатации водного транспорта. Любовь Савко, Александр Матюшенко, Саммит Плюс ТВ.